Друзья, всем привет! Музыкальные смартфоны сегодня стали настоящей редкостью. Особенно тяжело их отыскать в бюджетном сегменте. Именно поэтому китайская компания Хамтом выпустила смартфон, способный удовлетворять не только потребности ряда меломанов, но и просто любителей хороших гаджетов. Последней разработкой компании стал бюджетный смартфон, получивший 5-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев, два стереодинамика и отличную автономность. Полное название данного устройства – Хамтом HT37. HT37 демонстрирует отличное звучание различных музыкальных композиций, что подтверждает позиционирование устройства как музыкального смартфона. За детализирование и глубокое воспроизведение звука отвечает аудиочип Avinic. В девайсе присутствуют достаточно басистые стереодинамики и несколько светодиодов, которые мигают в ритм с мелодией. Дизайн и внешний вид устройства по-своему интересен и оригинален. Толщина его корпуса составляет 8,8 мм. Материалы, из которых он сделан – стекло, частично пластик и металл. Большую часть передней панели занимает 5-дюймовый дисплей, матрица IPS разрешение HD, то есть 1280 на 720 пикселей. Матрица имеет отличные углы обзора, хороший максимальный запас яркости и контрастность. На такой диагонали очень удобно читать книги, работать с документами, серфить по сети. Матрица устройства покрыта закаленным стеклом с применением технологии 2.5D, тем самым добавляя смартфону элегантности и современности. В верхней части передней панели расположились разговорный спикер, стандартный набор датчиков, фронтальная камера, светодиодная вспышка, а ближе к верхнему торцу видим полоску разноцветных светодиодов. Фронтальная камера для любителей селфи и видеозвонков получила модуль на 2 мегапикселя с интерполяцией до 5. В нижней части видим 3 сенсорные кнопки и ближе к нижнему торцу такую же полоску разноцветных светодиодов. На правом боковом торце расположились качелька громкости и кнопка питания. Левый торец чистый. На нижнем microUSB порт для зарядки смартфона, микрофон и решетка внешнего динамика. На верхнем торце лишь только джек 3,5 мм для подключения гарнитуры. Тыльная панель смартфона выполнена из металла. В верхней части заняли свои места основная камера, светодиодная вспышка, чуть ниже сканер отпечатков пальцев. В нижней части расположился логотип компании. Основная камера смартфона получила фотомодуль на 8 мегапикселей с интерполяцией до 13. При достаточном освещении фото получаются неплохого качества. Запись видео в HD. Сканер отпечатков пальцев, как и во всех бюджетных смартфонах, срабатывает 8 из 10. Из коробки наш герой будет работать на своей операционной системе Хамтом OS на базе Android 6.0. Электронным сердцем смартфона выступает 32-битный 4-ядерный процессор от MediaTek MTK6580. Ядра работают на частоте 1,3 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali 400MP2. Оперативной памяти 2 ГБ. Встроенной 16. Возможность для ее расширения присутствует до 64 ГБ. Модули Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Девайс поддерживает работу двух сим-карт, а также 2 и 3G сети. Что касается его автономности, за этот процесс отвечает съемный аккумулятор, емкость которого составляет 3000 мА. Данная емкость обеспечивает смартфону довольно продолжительное время работы за счет использования оптимизированной системы Android 6.0 и энергоэффективных комплектующих. Таким образом, наш герой со своими техническими данными и такой автономностью здорово выделяется на фоне своих конкурентов в данном ценовом сегменте. Он достаточно технологичен, красив и звучит довольно громко и качественно. На сегодняшний день достаточно нелегко приобрести бюджетник с такими характеристиками. Приняв во внимание все требования и пожелания пользователей, компании Хамтом все-таки удалось создать такой универсальный девайс, который отлично подойдет не только для меломанов, но и для простых ценителей нанотехнологий. Друзья, где приобрести такой 5-дюймовый музыкально-универсальный девайс, ссылочку я оставлю внизу в описании. Не забываем пользоваться программой скидок EPN Cashback, ставить этому видео лайки, дизлайки, писать комментарии. А у меня на этом все, с вами был канал...
Удачных покупок!